Всем привет! Меня зовут Дина. В этом мастер-классе я хочу показать, как связать вот такого вот милого Тоттера. Игрушка у меня получилась размером 27 сантиметров от кончиков ушек до лапок. Из пряжи Ярнард Дольче. В этот раз я буду вязать пряжей Воланс Банни Бэби. И как раз посмотрите, в чем разница. И также мне понадобится серый цвет, белый цвет, пряжа чуть-чуть потолще, любая пряжа. Но она не обязательная, это вот для вот этих вот лапок, точнее когтей. Также еще мне понадобится тоненькая пряжа, типа коко, черная и белая. Наполнитель и фурнитура. Глазки, пуговички на ножках, носик, кусочек фетра белого, клей «Момент», маркер, у вас может быть булавка или шпилька, кому как удобно. И крючки с иголками. Тонкая игла, пластиковая и основные крючки. У меня это 4,5, 3,5 и... чтобы прятать нитки внутри тела. Вот такой вот гладенький крючок. Тоже 3 миллиметра. Ну, можно взять 2, без разницы. Главное, чтобы крючок этот просто проходил сквозь тело, пряча нитки. Потому что вот этот крючок, конечно, он не пройдет. Но им удобно вязать. Ну что ж, приступим. В первую очередь нам нужно будет связать хвост и лапки, потому что они будут ввязываться в тело. Потом мы свяжем пузико и ушки. Потом оформление мордочки. Так что давайте начнем с хвоста. Я начинаю с 2 воздушных петель и делаю 6 столбиков в кольцо амигуруми. Раз. Ставим маркер и делаем 1 столбик плюс 1 прибавка. Затем делаем 2 столбика прибавка. Затем 3 столбика прибавка.
и 4 столбиков прибавка. Далее вяжем по кругу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Еще один ряд по кругу. Последний раз по кругу без изменений. 1. Затем 3 столбика, 1 убавка. 1, 2, 3, убавка. И один столбик остается до конца ряда. Затем мы вяжем 2 столбика убавка. И один столбик остается. Затем нам нужно будет набить этот хвостик, но не очень плотно, потому что в следующий раз мы будем вязать уже один столбик убавка, и уже будет сложнее набить хвостик. Вяжем 1 столбик убавка. И 1 столбик остается до конца. Разравниваем внутри, и нам нужно будет сложить деталь пополам и провязать вместе. Вот один столбик у нас есть, 1, 2 вместе, 2, 3,
и 4. Все, хвостик готов. Вяжем лапки, 2 штуки. Снова набираем четыре воздушные петли. Один, два, три, четыре. Затем 2 столбика от второй петли. 1, 2. Затем делаем прибавку последнюю. Снова 2 столбика. Раз, 2. И начинаем следующий ряд. Второй ряд будет по кругу у нас идти. 1. Ставим маркер. 1, 2. Три. Четыре. Четыре. Пять. Шесть. И 7. Затем следующий ряд, третий, 2 столбика, прибавка. И еще один столбик до конца. Затем делаем по кругу, вяжем без изменений. 1, 9. Столбиков получается. Затем снова 2 столбика, прибавка. Следующий ряд без изменений. 1. Одиннадцать и 12. Так, следующее получается 4 ряда. Нам нужно провязать по кругу без изменений. Давайте это вы сами провяжете. Здесь ничего сложного нет. Просто 4 ряда по кругу. Итак, я провязала 4 ряда. Далее нам нужно будет набить игрушку, лапку. Только не очень сильно, иначе она будет как камень топорщиться в разные стороны. Совсем немного.
чтобы она была плоская. Затем мы вяжем один столбик убавка. Теперь нам нужно будет сложить деталь пополам и тоже 4 столбика провязать вместе. Так-с. Раз. Точнее, это 2. 3. И 4. Должно быть 1, 2, 3, 4. Эта петля убежала. Все, отрезаем. И вытягиваем нитку. Точно так же делаем вторую лапку. Вот я связала 2 детали. Затем мы берем пластиковую иголочку и нитку. Будем оформлять вот такими вот коготками. Берем, значит, с внутренней стороны, сильно не затягивайте, и насквозь. В одно сложение, можно в 2, кому как удобно. И снова сюда вводим, здесь поддерживаем, снова в это отверстие и чуть дальше, где-то на 1 столбик или на 2. Смотрите, это не так принципиально. Главное, чтобы вам нравилось. И еще раз, чтобы было получше видно. Ой, ой, ой. Сильно не затягивайте. Вот так можно поправить. И последний раз. Выровнять. И чуть дальше. Ниточки обрезать, завязать, можно еще подрезать и прячем вот эти нитки внутрь лапки. Такая лапка должна получиться. И вторую делаем точно так же. Итак, вот мы оформили 2 лапки и хвостик. Сейчас мы будем вязать
ножки, потом мы будем ввязывать хвостик, потом тело, ручки, потом голову, пузико отдельно свяжем, ушки отдельно и пришьем. Итак, начинаем вязать 6 столбиков в кольцо или 2 воздушные петли. 1. Далее 6 прибавок. Это не 6 прибавок у нас получились в этом ряду. Затем 1 столбик, прибавка. Затем вяжем по кругу без изменений. Восемнадцать. 18 столбиков по кругу и еще раз 18. Так, вот такая лапка у нас должна получиться. Обрезаем ниточку. Затем делаю так, чтобы не очень был виден конец ряда. Вы можете просто вытянуть его и все. Так, хвостик вот этот вот нужно завязать и сделать коготки. Для этого я беру крючок поменьше, 3,5. Вот здесь у нас завершался ряд, и напротив него, то есть это будет зад, а это перед, здесь где-то посередине ввожу крючок, вытаскиваю ниточку. Хвостик оставляйте сантиметра 2-3. Вытаскиваю и делаю накид, и в эту же петлю провязываю столбик с накидом. Получается, это вот будет вот такой коготок. Обрезаю ниточку, вытягиваю
и в это отверстие прячу нитку. Вот этот хвостик тоже прячем вовнутрь и завязываем. Такая шишечка должна получиться. Так. И от центра, вот как здесь, вот они, видите, центральные, от них на два столбика вправо и влево еще по два коготка. Так, ниточка у меня убежала. Угу. Такс. И продолжим. Где-то вот здесь. Вот раз столбик, два. И вот здесь нам нужно снова подцепить ниточку. Хвостик держите. Делаем накид. И в эту же петлю, точнее вот столбик продеваем, захватываем ниточку, все петли на крючке провязываем, снова обрезаем, вытягиваем, прячем нитки вовнутрь. Завязываем. Вот такой коготок должен получиться. И отсюда тоже раз, два, где-то здесь. Если хотите, вы можете через один сделать. Ну, через два как-то более смотрится симпатичнее. Так, высунули. Так, вот один накид сделали. И провязали через все петли на крючке. Снова обрезаем. Вытягиваем. Прячем нитки. Один хвостик и второй хвостик. О, спряталась шишечка. Вот. Завязываем. Вот такая лапка должна получиться. И аналогично вяжем вторую.